Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Текст первый. По статистике, около 25-40% одежды, покупаемой в онлайн-магазинах, возвращается продавцу. И все только из-за того, что размер не подходит. Существенно снизить этот недостаток покупок через интернет предлагает одна английская компания. Специалисты этой компании разработали трехмерный сканер, который сможет помочь интернет-покупателям подобрать одежду нужного размера. Новое устройство снабжено восьмию камерами – которые позволяют измерить человеческое тело со всех сторон. После того, как трехмерный сканер записал все размеры, клиент загружает эту информацию на специальный сайт, и компьютер подбирает ему одежду по фигуре. Один из сканеров уже проходит тестирование в популярном интернет-магазине. Постоянные покупатели могут бесплатно пользоваться прибором, чтобы подобрать себе оптимальную модель и размер джинсов, футболок, платьев и другой одежды, а потом написать о своих наблюдениях. По первым отзывам становится ясно, что трехмерное новшество окажет значительное влияние на торговлю через интернет. Выслушай на грани еще раз. Текст первый. По статистике, около 25-40% одежды, покупаемой в онлайн-магазинах, возвращается продавцу. И все только из-за того, что размер не подходит. Существенно снизить этот недостаток покупок через интернет предлагает одна английская компания. Специалисты этой компании разработали трехмерный сканер, который сможет помочь интернет-покупателям подобрать одежду нужного размера. Новое устройство снабжено восьмию камерами, которые позволяют измерить человеческое тело со всех сторон. После того, как трехмерный сканер записал все размеры, клиент загружает эту информацию на специальный сайт и компьютер подбирает ему одежду по фигуре. Один из сканеров уже проходит тестирование в популярном интернет-магазине. Постоянные покупатели могут бесплатно пользоваться прибором, чтобы подобрать себе оптимальную модель и размер джинсов, футболок, платьев и другой одежды, а потом написать о своих наблюдениях. По первым отзывам становится ясно, что трехмерное новшество окажет значительное влияние на торговлю через интернет. Текст второй. В Бельгии поразительная концентрация ресторанов, так что рестораторам все время приходится придумывать что-нибудь новенькое. Совсем недавно появилась новая услуга, которая называется Ужин в небе. 22 гостя садятся на открытую платформу, пристегиваются ремнями и взмывают в небеса с помощью стрелы подъемного крана. Естественно, в таком месте, откуда открывается хороший вид. А чтобы панораму ничто не загораживало, у платформы нет даже дна. Под облака отправляется и титулованный шеф-повар, который прямо на месте готовит блюда и обслуживает гостей. А чтобы гостям было веселее, на отдельной платформе иногда поднимают в небо еще и музыкантов. Но как дух захватывает! Выслушай награния еще раз. Текст второй. В Бельгии поразительная концентрация ресторанов, так что рестораторам все время приходится придумывать что-нибудь новенькое. Совсем недавно появилась новая услуга, которая называется Ужин в небе. Двадцать два гостя садятся на открытую платформу, пристегиваются ремнями и взмывают в небеса с помощью стрелы подъемного крана. Естественно, в таком месте, откуда открывается хороший вид. А чтобы панораму ничто не загораживало, у платформы нет даже дна. Под облака отправляется и титулованный шеф-повар, который прямо на месте готовит блюда и обслуживает гостей. А чтобы гостям было веселее, на отдельной платформе иногда поднимают в небо еще и музыкантов. Но как? Дух захватывает? Текст третий. В вашем саду царит ничем не поколебимая тишина? Вы просто не слышите, как болтают друг с другом растения. Шутка? Однако британским ученым удалось получить тому научное доказательство. Наш собеседник – профессор биологии Ян Стюарт. Скажите, в чем заключался ваш эксперимент? Мы провели опыты на капусте. У овоща надрезали лист, и он начал выпускать особый газ – который предупреждал соседние растения о грядущей опасности. Это и есть голос овощей. А как, услышав этот своеобразный сигнал сос, реагировали овощи соседей? Повышали содержание токсических веществ в своих листьях, отпугивая различных вредителей. Может, капуста с надрезанным листом пробовала так защищаться от нападения? Некоторые ученые в самом начале эксперимента имели подобное мнение. Однако опыты показали, что такое предположение является необоснованным и вводящим в заблуждение. У нас есть все основания утверждать, что сигнал был послан именно растениям, соседям. Выслушай на граня еще раз. Текст третий. В вашем саду царит ничем непоколебимая тишина. Вы просто не слышите, как болтают друг с другом растения. Шутка? Однако британским ученым удалось получить тому научное доказательство. Наш собеседник – профессор биологии Ян Стюарт. Скажите, в чем заключался ваш эксперимент? Мы провели опыты на капусте. У овоща надрезали лист, и он начал выпускать особый газ, который предупреждал соседние растения о грядущей опасности. Это и есть голос овощей. А как, услышав этот своеобразный сигнал СОС, реагировали овощи соседей? Повышали содержание токсических веществ в своих листьях, отпугивая различных вредителей. Может, капуста с надрезанным листом пробовала так защищаться от нападения? Некоторые ученые в самом начале эксперимента имели подобное мнение. Однако опыты показали, что такое предположение является необоснованным и вводящим в заблуждение. U nas jest все основанie utwiżdać, że sygnał był posą im растениям-соседям. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Будем откровенны. Нам, прелестницам, ох, как хочется красивых, длительных и, что греха таить, недешевых ухаживаний. Ведь это наши лучшие воспоминания, непередаваемые словами ощущения. Это душевный подъем и небольшое самосбродство. Это чувство, победившее разум хоть на пару минут. Однако вероятность встречи с мужчиной-романтиком равна вероятности встречи с Йети. Сегодня романтик — это реликтовый гуманоид. Хотя самим мужчинам очень нравится, когда женщины с трепетом относятся ко всему, что связано с ними. Чем больше мужчине говорят «вау», чем больше оказывают внимание, тем лучше он, сухарь, чувствует себя. Антон Романтиками рождаются, стать ими невозможно. Романтикам подавай звездное небо, серенада под балконом возлюбленной, да погромче, чтобы перекричать соловьев и прагматичных соседей. А еще им хочется вдохновения и долгих разговоров о черствости мира. Построить крепкие отношения с таким мужчиной практически нереально. Вы ему про гвоздь, который надо забить, а он вам про трату драгоценного времени на бессмысленные дела. Вы намекаете, что мультиварка существенно облегчила бы ваш труд на кухне, а он вместо столь неромантичного подарка преподносит одного плюшевого медведя за другим. Наталья. Женский идеал мужчины романтика – чуткий, нежный, заботливый, способный ежеминутно проявлять свое обожание и при этом хватки в быту, имеющий крутой автомобиль, кругленькую сумму в заграничном банке, умеющий легко переключаться с любовной лирики на жесткую правду. Хитро мы, женщины-красавицы, придумали. Насмотрелись бразильско-мексиканских мыльных опер и размечтались на полную катушку. «Милые барышни, прекратите забивать свои прелестные головки такими глупостями. Романтика – это не охапки цветов или мешки бриллиантов» можно преподнести букет полевых ромашек и при этом сказать одну, но душевную фразу, которая затмит все драгоценности мира. Павел. Мужчины, вам терпеливым слова мои о романтике. Представьте себе, прошу не сразу в обморок, сидите вы менеджером в офисе. И вдруг курьер приносит вам букет в роскошной упаковке с запиской. Надеюсь, угадала. Что угадала? Номер офиса? Самую дешевую курьерскую фирму? Обитатели офиса с веселым оживлением заинтересовались происходящим. И тут выясняется, что к цветам есть приложение. Заколка для галстука. Слов нет, угадала. Да я с роду галстуков не носил. Коллеги-сотрудники с издевательской улыбочкой подмигивают по углам. «Пацан, ты попал, за тобой романтично ухаживают!» А завтра тебе тот же курьер приволакивает коробку конфет и опять с визиткой и номером телефона. Наверное, женщина ошалела бы от счастья. А вот вам, мужики, вам это надо? Выслухай на граня еще раз Светлана Будем откровенны Нам, прелестницам, ох, как хочется красивых, длительных и что греха таить недешевых ухаживаний. Ведь это наше лучшее воспоминание, непередаваемые словами ощущения. Это душевный подъем и небольшое самосбродство. Это чувство, победившее разум хоть на пару минут. Однако вероятность встречи с мужчиной романтиком равна вероятности встречи с Ети. Сегодня романтик ⁇ это реликтовый гуманоид. Хотя самим мужчинам очень нравится, когда женщины с трепетом относятся ко всему, что связано с ними. Чем больше мужчине говорят ⁇ вау ⁇ чем больше оказывают внимание, тем лучше он сухарь чувствует себя. Антон. Романтиками рождаются. Стать ими невозможно. Романтикам подавай звездное небо, серенада под балконом возлюбленной, да погромче, чтобы перекричать соловьев и прагматичных соседей. А еще им хочется вдохновения и долгих разговоров о черствости мира. Построить крепкие отношения с таким мужчиной практически нереально. Вы ему про гвоздь, который надо забить, а он вам протрату драгоценного времени на бессмысленные дела. Вы намекаете, что мультиварка существенно облегчила бы ваш труд на кухне, а он вместо столь неромантичного подарка преподносит одного плюшевого медведя за другим. Наталья, женский идеал мужчины романтика чуткий, нежный, заботливый, способный ежеминутно проявлять свое обожание. И при этом хватки в быту, имеющий крутой автомобиль, кругленькую сумму в заграничном банке, умеющий легко переключаться с любовной лирики на жесткую правду. Хитро мы, женщины-красавицы, придумали. Насмотрелись бразильско-мексиканских мыльных опер и размечтались на полную катушку. «Милые барышни, прекратите забивать свои прелестные головки такими глупостями», Романтика – это не охапки цветов или мешки бриллиантов. Можно преподнести букет полевых ромашек и при этом сказать одну, но душевную фразу, которая затмит все драгоценности мира. Павел. Мужчины, вам терпеливым слова мои о романтике. Представьте себе, прошу не сразу в обморок. Сидите вы менеджером в офисе. И вдруг курьер приносит вам букет в роскошной упаковке с запиской. Надеюсь, угадала? Что угадала? Номер офиса? Самую дешевую курьерскую фирму? Обитатели офиса с веселым оживлением заинтересовались происходящим. И тут выясняется, что к цветам есть приложение. Заколка для галстука. Слов нет. Угадала. Да я сроду галстуков не носил. Коллеги-сотрудники с издевательской улыбочкой подмигивают по углам. «Пацан, ты попал, за тобой романтично ухаживают!» А завтра тебе тот же курьер приволакивает коробку конфет и опять с визиткой и номером телефона. Наверное, женщина ошалела бы от счастья. А вот вам, мужики, вам это надо? Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Телефонный розыгрыш, именуемый пранк, раньше был уделом молодежной интернет-аудитории, но специалист по телефонному хулиганству Владимир вывел пранк на более высокую ступень. Наш корреспондент задал ему несколько вопросов. Владимир, ты разыгрываешь по телефону звезд шоу-бизнеса. А что побудило тебя заняться пранкерской деятельностью? Разочарую тебя, сказав, что я не занимался пранком в детстве. Я был послушным мальчиком, в школе и на юрфаке я хорошо учился. Когда начал работать, понял, что профессия юриста не так увлекательна, как я думал. Поэтому, если честно, заскучал, хотелось чего-то большего. В интернете искал лекарства от безделия и случайно нашел сайт аудиозаписей пранков. Тогда у нас в стране мало кто знал, что пранки вообще существуют. Подумал, что у меня получится и начал действовать. Родители не обращали внимания на мое увлечение, хотя идея им понравилась а моя девушка посоветовала найти занятия посерьезней. Кроме звезд шоу-бизнеса, в твоей коллекции розыгрышей много спортивных деятелей. На спортивную тематику я вышел случайно. Я ведь даже болельщиком никогда не был. Я разыгрываю тех, чье имя на слуху. Однажды по радио повторяли какой-то матч. После него яростно спорили обозреватели, ведущие программу «Футбольный вечер». Тема этой полемики была занимательна и привлекла мое внимание. Один из обозревателей оказался достаточно эксцентричным человеком, поэтому я ему позвонил, представился именем главного тренера сборной страны по футболу. Затем сделал нарезку из его ответов и пустил в интернете. Весело получилось. Так я открыл спортивный раздел моих розыгрышей. Кстати, за телефонные разговоры со спортсменами я получил премию в номинации «Вся правда о футболе». Наверное, твой голос знают все звезды нашей эстрады. Это издержки профессии и проблема пранкеров. Но я пользуюсь своими хитростями, чтобы как-то изменить тембр голоса. Иногда мне помогают друзья. Например, когда требуется женский голос, я приглашаю свою подругу. Случалось, что во время беседы я не сдерживался и начинал хихикать. Но даже в этом случае я никогда не прерывал беседу и не говорил, кто я такой на самом деле. Я делаю все, чтобы человек не понял, что его разыгрывают. Вообще, я стараюсь сохранять спокойствие, но бывает, что повышаю голос и даже ору в трубку, если этого требуют обстоятельства разговора. Как долго проходит подготовка к разговору с известной персоной? Для меня важна не персона, а тема беседы. Поэтому иногда разыгрываю обычных чиновников, которых мало кто знает. Конечно, перед звонком я внимательно изучаю тему, на которую собираюсь беседовать. Но чаще всего импровизирую невозможно просчитать заранее, как поведет себя собеседник. Иногда тренируюсь на друзьях-приятелях, которые привыкли к моим шуточкам. Но, конечно, есть люди, которых я ни за что не стал бы поднимать на смех. Я не посмею звонить пенсионерам, особенно актерам старого поколения. Если бы ты раздобыл номер телефона президента нашей страны, осмелился бы позвонить ему? Это мечта. Наверняка позвонил бы. Боюсь, на этом твоя карьера пранкера оборвалась бы. Вряд ли. Такая запись вызвала бы общественный резонанс, и президент не стал бы принимать в отношении меня какие-то меры. Кстати, о мерах. Кто-нибудь тебе мстил за твои шутки? Мне иногда грозят, но это не поступки, а только слова. На самом деле звезды шоу-бизнеса довольны, что о них говорят и пишут. Это же бесплатная реклама. Ты стал популярным человеком, Надеюсь, что и в дальнейшем будешь веселить нас своими шуточками. А твоим собеседникам, героям приколов, предлагаю расслабиться и скажу так. Не воспринимайте все слишком серьезно. И самое главное, не теряйте чувство юмора. Выслухай на граня еще раз. Телефонный розыгрыш, именуемый пранк, раньше был уделом молодежной интернет аудитории. Но специалист по телефонному хулиганству Владимир вывел пранк на более высокую ступень. Наш корреспондент задал ему несколько вопросов Владимир, ты разыгрываешь по телефону звезд шоу бизнеса. А что побудило тебя заняться пранкерской деятельностью? Разочарую тебя, сказав, что я не занимался пранком в детстве. Я был послушным мальчиком. В школе и на юрфаке я хорошо учился. Когда начал работать, понял, что профессия юриста не так увлекательна, как я думал. Поэтому, если честно, заскучал, хотелось чего-то большего. В интернете искал лекарства от безделия и случайно нашел сайт аудиозаписей пранков. Тогда у нас в стране мало кто знал, что пранки вообще существуют. Подумал, что у меня получится и начал действовать. Родители не обращали внимания на мое увлечение, хотя идея им понравилась. А моя девушка посоветовала найти занятия посерьезней. Кроме звезд шоу-бизнеса, в твоей коллекции розыгрышей много спортивных деятелей. На спортивную тематику я вышел случайно. Я ведь даже болельщиком никогда не был. Я разыгрываю тех, чье имя на слуху. Однажды по радио повторяли какой-то матч. После него яростно спорили обозреватели, ведущие программу «Футбольный вечер». Тема этой полемики была занимательна и привлекла мое внимание. Один из обозревателей оказался достаточно эксцентричным человеком, поэтому я ему позвонил, представился именем главного тренера сборной страны по футболу. Затем сделал нарезку из его ответов и пустил в интернете: Весело получилось! Так я открыл спортивный раздел моих розыгрышей. Кстати, за телефонные разговоры со спортсменами я получил премию в номинации: Вся правда о футболе. Наверное, твой голос знают все звезды нашей эстрады. Это издержки профессии и проблема пранкеров. Но я пользуюсь своими хитростями, чтобы как-то изменить тембр голоса. Иногда мне помогают друзья. Например, когда требуется женский голос, я приглашаю свою подругу. Случалось, что во время беседы я не сдерживался и начинал хихикать. Но даже в этом случае я никогда не прерывал беседу и не говорил, кто я такой на самом деле. Я делаю все, чтобы человек не понял, что его разыгрывают. Вообще, я стараюсь сохранять спокойствие, но бывает, что повышаю голос и даже ару в трубку, если этого требуют обстоятельства разговора. Как долго проходит подготовка к разговору с известной персоной? Для меня важна не персона, а тема беседы. Поэтому иногда разыгрываю обычных чиновников, которых мало кто знает. Конечно, перед звонком я внимательно изучаю тему, на которую собираюсь беседовать но чаще всего импровизирую. Невозможно просчитать заранее, как поведет себя собеседник. Иногда тренируюсь на друзьях-приятелях, которые привыкли к моим шуточкам. Но, конечно, есть люди, которых я ни за что не стал бы поднимать на смех. Я не посмею звонить пенсионерам, особенно актерам старого поколения. Если бы ты раздобыл номер телефона президента нашей страны, осмелился бы позвонить ему? Это мечта, наверняка позвонил бы. Боюсь, на этом твоя карьера пранкера оборвалась бы. Вряд ли. Такая запись вызвала бы общественный резонанс, и президент не стал бы принимать в отношении меня какие-то меры. Кстати, о мерах. Кто-нибудь тебе мстил за твои шутки? Мне иногда грозят, но это не поступки, а только слова. На самом деле звезды шоу-бизнеса довольны, что о них говорят и пишут. Это же бесплатная реклама. Ты стал популярным человеком, надеюсь, что и в дальнейшем будешь веселить нас своими шуточками. А твоим собеседникам, героям приколов, предлагаю расслабиться и скажу так не воспринимайте все слишком серьезно и самое главное не теряйте чувство юмора. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.